Первые призывники весенней кампании отправились к местам прохождения службы. Наши парни традиционно пополняют все рода войск, в том числе элитные подразделения, такие как президентский полк. Андрей Баев проводил солдат на перроне. По стойке смирно, сравнением на государственный флаг Российской Федерации и знамя вооруженных сил, на перроне несколько десятков бравых парней со всей Новосибирской области. Я закончил школу, после 9 класса пошел учиться в Искитимский техникум. Отучился на сварщика. Диплом забрать, к сожалению, не успел. Призвали в армию, поэтому заберу только через год. К службе вообще хорошо отношусь. Косить не собирался, бегать тоже не собирался. Как бы призвали, я пошел. Это первый эшелон весенней призывной кампании. Направление – Подмосковье. По пути следования присоединятся призывники из других регионов. Все призывники данного эшелона будут предназначены в войска Национальной гвардии, где и продолжат свою службу. Общее настроение спокойного призывников, они все прекрасно понимают, поэтому спокойно идут служить, готовятся стать настоящими защитниками нашего Отечества. Перед отправкой к месту прохождения службы молодые люди прошли медицинскую и призывную комиссии. На сборном пункте всех призывников обеспечили обмундированием, банковскими и персональными электронными картами. Последний – это, по сути, цифровой аналог бумажного военного билета. По плану весенней кампании этого года из Новосибирской области призовут около 2000 человек. Ни один солдат срочной службы не будет направлен в зону специальной военной операции. Андрей Баев, Родион Токарев, новости ОТС.